Всем здорово, и сегодня у нас очень полезная и интересная самоделка. И без сварочных работ мы сегодня не обойдемся. Так что поехали! Изначально для сегодняшней самоделки мне понадобится 89-я труба, с которой я при помощи болгарки отрежу кусок трубы, длина которой будет составлять 120 мм. Теперь в получившемся отрезке трубы мне нужно будет вырезать квадратное окно. Теперь мне понадобится кусок швеллера, в котором нужно будет сделать прорез, толщина которого будет составлять 10 мм. Ну а теперь мне понадобится вот такой вот уголок, который нужно будет приварить к швеллеру, вот таким вот образом. Ну а вот к этому уголку мы приварим заранее заготовленную деталь. Трубу с вырезанным окном. Ну а теперь вот к этой вот самой конструкции мы приспособим вот это вот устройство, которое вы видели в предыдущем видео. А это стойка под рель или же шуруповерт. И как всегда легким движением рук, и у нас получился классный самодельный станок, в который заряжается дрель или же шуруповерт. И при помощи этого станка можно почистить трубу от ржавчины или же старой краски. И сейчас я вам продемонстрирую, как работает данное самодельное устройство. Регулировка диаметра зачистки трубы от ржавчины или старой краски производится за счет передвижения дрели или же шуруповерта вдоль швеллера. We'll be right back.
Друзья, сегодняшнее наше самодельное устройство просто незаменимо при чистке труб от ржавчины или же старой краски. Если же вам понравилось сегодняшнее видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео с друзьями, прокомментируйте видео. А также не забывайте смотреть мои предыдущие самоделки. Ну а на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Увидимся, как всегда, в следующем видео. Всем до скорого!